Ну, я был на обоих этажах, чтобы я еще на самых высоких. Начинаем концерт, посвященный 75-летию со дня рождения профессора Московской государственной консерватории имени Чайковского, доктора искусствоведения, заслуженного деятеля искусств Юрия Алексеевича Усова. Сейчас прозвучали фанфары «Зеленко» в исполнении группы труп Государственного академического симфонического оркестра России в составе заслуженный артист России Юрий Власенко, Сергей Стрищенко, Александр Лебедев, Виктор Акинский, партия «Лета», артист оркестра Государственно-академического Большого театра Евгений Романов. Вступительное слово предоставляем заведующему кафедрой духовых и ударных инструментов
народному артисту России, профессору Валерию Сергеевичу Попову. Да, были люди в наше время. Какие были имена? Так, по партитуре перечислим. Платонов, Лебедев, Солодуев, Анатолий Ильич Петров, Володин, Семенов, Косляк, Щербинин, Антон Иванович Гусев, Менделеевич. И после них принять эстафету преподавания весьма было трудно. И эту передачу осуществил превосходно Юрий Алексеевич, приняв эстафету своих педагогов Сергея Николаевича Еремина и, в общем, орден духов Георгия Антоновича, его предшественники, что, в общем-то, его достижения выразились в успех многим его учеников. Не менее важной, если не сказать более важной деятельностью Юрия Алексеевича явилось то, что систематизировал, собрал воедино те крупицы знаний в каждой специальности, которые выдающиеся предшественники добыли своим многолетним опытом. Он собрал это воедино, и его сборники, его методики, переводные статьи до сих пор являются базой, фундаментом многих и многих поколений. Его методика благодаря ему преподается в вузах. Благодаря этому мы умножаем наши знания. Авторитет Юрия Алексеевича в консерватории может быть подтвержден и тем, что, несмотря на его по тем временам сомнительное происхождение, ведь его отец был репрессирован, он был избран и многократно являлся секретарем партийной организации Московской консерватории. И несмотря на это, он всегда оставался сердечным, контактным, всегда отзывался на любое обращение к нему именно с теплотой и сердечностью. Проходят годы. Впервые я познакомился с Юрой, юным доктором будущим, 51 год тому назад. Это было в старом здании Мерзляковки на 4-м этаже в классе у Сергея Николаевича Еремина. Я тогда еще по ошибке на трубе играл, потом исправлял. Вот, уже тогда было ясно, какое направление Юрий Алексеевич выберет. И вот прошло 50 лет, и сегодня, оглядываясь назад, можно сказать, что объективный судья – время, которое отметает все лишнее, и чем дальше мы уходим от личности, тем выше и выше поднимается значение тех людей, которые нам нужны, которые действительно из себя что-то значат. И чем мы дальше уходим от этого времени, мы даже забываем вот те имена, которые я называл в начале, и про них мы вспоминаем только по работам Юрия Алексеевича Усова. И я так думаю, чем мы дальше будем удаляться от него, тем более важным для нас явятся и его работы, и, в общем-то, что может быть важнее для педагога, чем память о нем, которая воплощается и в его трудах, и в его учениках.
Поэтому я так думаю, что он нам понадобится еще многие-многие годы. И нет ничего выше, чем оценки этой, которые дает вот этот объективный судья время. Спасибо. Концерт для голоса, первая часть. Переложение для трубы. Исполняет студент 4-го курса Академического музыкального училища при консерватории Константин Григорьев. Класс преподавателя Ян Борисова. Концертмейстер, заслуженная артистка России Светлана Оруджева. Thank you.
студент второго курса консерватории Ярослав Егоров, класс заслуженного деятеля искусств профессора Вадима Алексеевича Новикова. Thank you.
концерт первая часть исполняет солист оркестра Государственного академического большого театра России, лауреат международного конкурса Алексей Корнильев.
Thank you.
исполняет студент третьего курса Московской консерватории Денис Кашаин, классный профессора Вадима Алексеевича Новикова. Thank you.
консерватории Иван Кузнецов, класс профессора Вадима Алексеевича Новикова, концертмейстер Светлана Оружева. Thank you.
концерт для двух групп, в трех частях. Исполняют студенты Московской консерватории Денис Кашоин и Александр Карташов. Класс профессора Вадима Алексеевича Новикова. Концертмейстер Светлана Арушева. Thank you.
концерт для брас-квинтета, вторая и третья часть. Исполняет квинтет в составе Станислав Гаглинский, Александр Шаталов, трубы, Герман Кушуев, валторна, Леонид Николаев, тромбон и я, Горбунов, туба. Класс профессора Леонида Егоровича Чумова. Thank you.
Thank you.